8 июня в России отмечают День социального работника. Праздник молодой, его учредили только в 2000 году, но сейчас особенно актуальный. Этот день подчеркивает, что профессия эта сфера хоть и не очень заметна обществу, но играет в его жизни важную роль. В Саранске тоже чествовали лучших социальных работников, людей с добрым сердцем, которые ежедневно помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Нагрузка на социальную сферу растет. Сейчас на каждого работника в качестве куратора приходится 9 семей. За заслуги и добросовестную работу в сфере социальной защиты населения лучших наградили министерскими, региональными и федеральными наградами. Важным в работе считает индивидуальный подход к каждому гражданину, помощь пожилым людям в продолжении их жизненной активности, стремление к совершенствованию качества предоставляемых услуг.